Всем привет! И это необычный формат для моего канала. Это новая рубрика «Дно Ютуба». Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу! Так точно, капитан! Кто? Кто проживает на дне Ютуба? Тиллимур! Тиллимур! Самый тупой канал на Ютубе! Тиллимур! Тиллимур! Кто раздражает всегда и везде? Тиллимур! 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 Сегодня, значит, мы будем распаковывать посылки с Алиэкспресс. Вот, значит, столько у нас есть всякой фигни, которую я поназаказывал. И я думаю, надо с чего-то начать. А с чего? Ну, конечно же, наверное, с этой штуки, потому что это желтенькое. Ну да, тут отличная защита от людей. Тряпочка. Я заказал тряпочку. Это же чехол для AirPods с Тиллимуром. Они, короче, вылезают туда и защелкиваются даже. Я думала то, что они малые. Ну, у меня есть теперь чехол. Первый краш-тест с чехолом. Класс! Так, ну, наверное, с этим чехлом все звучит намного лучше, так что тестируем. Это Господь Господь. Короче, покупки ставлю оценку 3 из 5. Ладно, четверочку. 4 из 5 чехол. Вот так. Так, ну, раз мы это все открыли, придется открыть следующую посылку. Ну, она лежит вот. Вот посылка. Ой. Просто что? Пирсинг. Тут видно же. Ого, я заказал пирсинг. Класс, сейчас. Знаете, как я отпирсингуюсь? Быстрее открываем. Просто! Класс! Смотрите! Пирсинг! Персинг! Анчуанчигрун! Тергерсинг! Корпик! Класс! Сейчас мы чуть отодберем. Вау! Тут есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пирсингов. Сейчас будем пирсинговаться. Так, у него есть одна посерединке носа, одна вот в брови, одна вот здесь и даже на ухе. Я думаю, надо удвоить, а то это уже не круто. Старо, когда их, ну, так мало, вы что, их всего 4, а у нас их 8. Так что погнали. Так, ну пока я, в принципе, похож. Сделали лучше оригиналов. Теперь я настоящий бык. Так, ну, раз мы экипировались, надо открыть следующую посылку. Дать что-нибудь из дальних. Вот эту, к примеру. Фух. Ну, так, и что там? Горох! Я его помню, я его заказывал. Да, это моя любимая посылка. Горох! Класс! Короче, распаковываем горошек.
Тут какие-то инструкции горошка. Но у нас самый лучший горошек. Вау! Сейчас разберемся, как это работает. Ой, стесняшка, застеснялся. Ну, этот горошек очень классный горошек. На вкус сейчас, конечно, попробую. Чувствую, это пластмасса. Ну, в общем, этот горошек, его можно повесить на пирсинг. О, вот как надо делать горох. Теперь я еще и с сережками, так что гороху мы нашли применение. А теперь следующая штука. Ну, она тут долго лежит, и она большая, так что надо ее распаковывать. Вот. О! А, точно, это же мамины кисточки. Да, меня просто мама попросила их купить, так что... Вот. Ну, в общем, по кисточкам я не эксперт, но, наверное, они хорошие. Так что переходим к следующей штуке. Ну, осталось две, получается. Или мне казалось, там что-то упало. Вот, да. Вот, она от нас сбежала, так что откроем ее. Фух, я уже и не знаю, что там может прийти, но, наверное, что-то классное. И тут, кстати, эту штуку очень трудно прямо распаковать. Ой. А еще мне давит пирсинг. Ну, это так, с первыми днями, понимаете. Потом приносится, и все хорошо будет. Вот как раз к 1 сентябрю отлично будет. О, открылся. Ого, что это? Это я неправильно, во-первых, открыл. А, что это? О, боже. Это два кот и лапка кота, которые мягкие. Это антистрессовщики. И их, наверное, можно куда-то приклеить, я не знаю. О, какие они на ощупь мерзкие. О, не, я меняю свое мнение, они очень классные. Вот этот кот, он... О, как классно. А лапка это... Это тоже такой. Кайф, кайф. О, вот эта штука. Я не знаю, зачем она мне будет. Но она очень классная. Она такая... Такая... Это. Сейчас небольшой крас-тест. Он не умер. Блин, они прикольные. Знаете, на что похожи? На мармеладки. Может? Нет, это не мармеладки. Это точно не мармеладки. Вот так. А мы переходим к следующему. Вроде бы осталось вот только две. Ну, откроем же эту. О, я вижу пока только полиэтилен. И больше ничего. Что? Серьезно? Очки Майнкрафт. Или что это? Ну, вроде бы это Майнкрафт. Самое прикольное в том, что здесь есть поднос. Это реально рассчитано, чтобы долго носить. Так что... Теперь тут я Майнкрафтер на этом райончике. Отлично. А вот эту штуку можно использовать, к примеру, как шапка. И отлично вообще. Так. В общем, очки, классные очки. А у нас осталась последняя посылочка. Интересно, что это? Мне из очков ничего не видно. Сейчас буду... Я вспомнил. Это еще одни очки, только без видимости вообще. Это маска для сна. Не знаю, насколько я ее буду использовать, но, наверное, буду, раз я ее заказала. О, какая она, это...
маска, она такого... Но мне надо. Ну, в общем... Вот так и заканчивается наша первая серия рубрики «Дна Ютуба». Это будет одна из моих любимых, наверное, рубрик, потому что, блин, я распаковываю всякий бред. Это то, что я и хотел сделать. Ну, а на этом все. Эта серия заканчивается. До новых встреч. Всем пока. Сейчас только камеру надо выключить. Если тебе видео понравилось, подпишись. Если тебе видео понравилось, то поставь ему лайк.